Добрый вечер, дорогие друзья. Мы на программе «Главные вопросы». Меня зовут Степанюк Александр, а в гостях у нас сегодня пастор церкви адвентистов седьмого дня Брюно Дорани. Здравствуй. Здравствуйте. Брюно, давай мы сегодня с тобой поговорим о такой теме, наболевшей теме, о которой многие люди переживают, многие говорят. Вот один мой знакомый говорит, что сегодня новости перестали быть новостями. Новости, он говорит, это отчет сатаны о проделанной работе. Ничего хорошего не происходит, все плохо, все сыпется. Вот давай поговорим сегодня о зле, о сатане, о том, какую роль он играет в истории человечества. Потому что, знаешь, ну, взгляды есть разные. Есть люди, которые очень сильно боятся его, очень боятся всяких связанных с ним штук, всяких там проклятий, всякого такого, панически боятся. Другие, например, вот если даже Гоголя вспомнить, оно относится как-то так легкомысленно. Ну, вроде можно черта за хвост поймать и за червячками там где-то черт это какое-то такое, ну, глупое какое-то создание, что-то вот такое вот. Вот скажи, пожалуйста, вот размышляя над этой темой, как вообще появились злые сущности, как появилось зло? Вот откуда оно взялось? Да, конечно, это вопрос очень непросто, и это беспокоит много людей. Ну, естественно, и меня тоже когда-то этот вопрос стоял передо мной. Ну, если откуда зла, конечно, мы смотрим вот вокруг нас, как будто бы больше всего проблема, да? Да. Но, естественно, люди, когда ищут ответ на этот вопрос, очень, ну, как бы много, ну, не в точности, как оно появилось, а откуда вот это. Но у нас есть Библия, я как человек верующий, и Библия действительно точно как, ну, информирует, откуда, когда именно этот зла. Если, например, мы откроем 1 Иоанна, 3 глава, 8 тексте, и там написано вот следующее. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявола согрешил». То есть есть личность, которая, здесь он стал дьяволом, и вот и он принес нам то, что вокруг нас зло и страдания. Ну, может быть, кто-то не знает, уточни, пожалуйста, очень кратко. Вот дьявол и сатана – это одно и то же? Ну, дьявола, как бы, сатана, это как бы он стал сатаной, да, и стал дьяволом. Но до этого он, естественно, возникает тоже еще вопрос. Да, вот вопрос, а до этого? До этого он был могущественный ангел, Люцифер называется, сын Заря. Угу. И вот Бог его создал, и действительно не было подобно, вот как это вот, ангела. И потом что-то произошло именно вот в его сердце. И Библия пишет, что это возгордился. А мы знаем, почему? Вот Библия говорит об этом. Почему? В чем причина? Есть ангел на небе. Mm-hmm. Он же без недостатков, да? Я правильно понимаю. Да. И в какой-то момент он вдруг становится причиной всего зла. Вообще всего. Смерти и страданий, и боли. Что произошло? Но дело в том, что вот это зло появление, это как бы тайна, как оно формировалось. Но Библия только нам открывает в том, что он возгордился, не устоял в истине. То есть хотели еще больше. Это фактически состояние людей здесь, да? Имеет чего-то и хочет еще больше. То есть ему дали все, то есть красоту и возможность проявить своим талантами, но он хотел еще, чтобы ему поклонились. Давай вот об этом чуть-чуть подробнее. Да. Какое положение он на небе занимал? То есть, понимаешь, почему я говорю? Может быть, у кого-то создаться впечатление, что он там был угнетаемый или где-то там внизу, что вот он боролся за права, там, а его взяли, вот не поняли, не приняли. Угу. Какое положение у него было на небе? Ну, как я уже сказал, что, ну, фактически этот Люцифер, бывший сатаной, сейчас он стал, это вообще он второй после Бога. Ну, то есть... То есть вот аж так высоко, да его так положение высоко, было? Да, высоко, вот именно, он второй после Бога. То есть все под его руководством.
Но ему именно вот это не хватило, вот это, ну, поклонение, это то, что принадлежит, ну, принадлежат или принадлежит Богу. И вот и так и возникло у него. Он хотел занять место Бога. Да. Да, и из-за этого все произошло, да, из-за этого он стал противником впоследствии Бога. Скажи, ну вот мы знаем, что он источник зла, да, он источник греха, а грех, мы уже говорили с нашими гостями до этого, это причина вот тех всех слез, тех страданий, той боли, тех вот несчастий, которые сегодня окружают нас. Это вот потеря близких и так дальше. То есть вот этого горя на земле, его же масса. Каждый день кто-то теряет близких, очень тяжело быть на похоронах, особенно если это кто-то моложе 30 лет, да, вот кого-то хоронят. И зная вот это все, сколько людей сегодня умирают от голода, от разных болезней, от, причин же ж масса. Вот страданий масса. Угу. Почему Бог, зная это все, мы уже говорили с гостями, что Он знает от начала конец. Почему Он не пресек это вот на корню сразу же, чтобы не дать этому развиться? Зачем теперь столько существ страдает? Угу. То есть, ну, если уточнить вопрос, как я понял, что почему, если это возникло от Него, вот это все то, что мы видим, нехорошее или страдание, Бог же знали об этом, почему он его не уничтожил, так, да, если уточнить? Изолировал, уничтожил, в тюрьму где-нибудь посадил небесную какую-то, не дал ему возможности действовать. Да, но дело в том, что вот эта уникальность Бога, если мы действительно смотрим, как здесь происходит на земле, обычно, если это царь, например, там, да, или президент, или кто-то, кто ему мешает, он уничтожает. Но у Бога совершенно по-другому, потому что у Бога есть любовь, Он есть любовь. Конечно, естественно, Он бы не поступил, чтобы сразу изолировать его или как-то. Он дал ему, ну, как бы проявить свою, ну, силу или мудрость, и при этом, конечно, все под его контролем. Да, но это фактически Бог дает и нам, ну, всем выборы. Это значит, он выбрал это, и Бог есть любовь, и он ждет, ну, вернее, именно вот, как здесь, он дает, или дает ему, этому существу, чтобы он увидели свое, как бы, деяние. И плюс к этому, чтобы... кстати, здесь есть... Почему именно? Потому что на небо же не только он один, а там очень много небожителей. И он, прежде чем он проявил свой, как бы, этот характер свой, он распространял эту политику среди всех небожителей. Да. И поэтому здесь нельзя было бы сразу уничтожить, потому что надо узнать, кто же все-таки прав. Ну, а фактически это борьба между добром и злом или между Богом и сатаной. Ну смотри, понятно, что уже когда дьявол начал действовать, да, он начал распространять свою ересь среди других небожителей, да, и уже нужно было определить, а кто прав, он или нет. Ну а почему бы Богу не остановить его в тот момент, когда у него в сердце появилось, и он еще ничего не успел сделать? Понятно, что когда эту плотину прорвало зла, то она уже начала затрагивать других существ, людей и так дальше. Там уже было тяжело, там надо было уже решать проблему с многими людьми, которых это коснулось, вот это вот сомнение, да, в том, что все правильно и честно. Но вот только зло появилось, вот оно еще в нем одном, Бог это уже знает. Почему не взять и нет дьявола? Ну, дело в том, что как бы Бог и так и будет остановить, будет уничтожить и все то, что плохое здесь. Но есть определенное время, чтобы убедить других небожителей, что той курса, который он взял, этот сатана, распространяли, это, знаете, это подобно как бы какое-то, можно так, подобно выборы, такое выборы или как оно называется, кампания или как там. Это значит, все распространяют свою идею.
да, Бог дал эту свободу, и он действительно распространял это свое, ну, недовольство, он не хотел, чтобы какие-то рамки или какие-то правила, и он распространял. Но, естественно, нельзя это единственный способ, который, ну, уничтожить его, чтобы Бог дал ему проявить свою, ну, как бы, деятельность, ну, здесь, в этом вселенной сначала, а потом уже на нашу землю. То есть получается, что для Бога свобода выбора существ, созданных им, она гораздо выше, да, чем последствия зла. Да, совершенно верно. То есть гораздо ценнее, чтобы мы сами посмотрели одну сторону, другую и сделали выбор. Да, да, это совершенно верно. Ну, Бог вообще именно вот все под его контролем. Да? Даже так произошло с этим личностью, да, Люцифером стал сатаной, но все равно под его контролем. И в конце концов, вы представьте, Александра, это представьте такое, что 1/3 ангель он увел с собой с неба. Это значит, это не простое было существо. Для того, чтобы его как-то понять всем его деяния, это надо ему время, надо он, чтобы проявили вот это жестокости. Я думаю, что сейчас никто не сомневается в том, что и он действительно жестокий, хотя мало кто его видит, что все источник, все эти, ну, проблемы, это от него. А все видят, что это Бог наказал. Мы еще подойдем к этому вопросу. Скажи, пожалуйста, давай вот еще немножко назад вернемся. Восстание или вот эта вот борьба, да, можно же назвать восстание, оно произошло на небе против Бога. Да. И вот зачинщиком был Люцифер, который стал сатаной. Почему мы на земле страдаем? Ну, как бы, что оно там вот и не закончилось-то? Ага, да. Ну, это очень интересный вопрос, потому что дело в том, что ну, Библия нам говорит о том, что когда это возникла вот эта проблема на небе, Бог создал нашу планету. Угу. Потому что он обвинил Бога, что Бог несправедлив. Да. И вот Бог создал нашу планету для того, чтобы, как бы, чтобы все увидели, что как люди относятся, ну, как я отношусь к, ну, к своим детьми, и вот так должно быть. Но он еще как бы этот план вникнули и немножко дольше, чтобы показать всем вселенным, что именно это единственный способ, который, как остановить его. То есть планета была создана для того, чтобы на примере показать, да, какой Бог. Это да. Была часть вот его, если так можно сказать, вот как ты говорил раньше, предвыборная кампания. Да. Бог действует, показывает, как он относится к людям, а сатана уводит треть ангелов с собой. Угу. А как получилось так, что люди, которых создал Бог, ну мы же знаем, да, это же правда, что Бог их создал идеальными. Да, да, да. Да. Совершенными, вот слово, без греха. Угу. Почему получилось так, что мы сегодня совсем другие. Да, дело в том, что когда Господь сотворил вот, да, ну, человек или наша планета, это значит, он посадил вот именно в Эдемском саду именно Адам и Еву. И вот он их предупреждали, ну, потому что Бог, во-первых, он очень уважает, как мы уже сказали, выбора человека. Mm-hmm. И он не хотел, чтобы мы служили ему или за Богом, потому что мы, ну, за страхом, а чтобы мы за любви, за осознанный выбор. И вот, и, конечно, естественно, здесь и он предупреждали, но почему-то именно вот дьявола, когда пришел к этим, ну да, Адам и Ева, и он их обманул. Они фактически обмануты. И вот и так и произошло. И он вошел на наши планеты. И вот и так мы, ну, немножко страдаем в данный момент. Но это не вечно. Да. Ой, немножко, немножко. Наверное, кто-то не немножко страдает, а прям здорово, да, на этой планете. То есть, все-таки правда, да, вот эта церковная история, традиция говорит о том, что если бы Адам с Евой тогда тот самый плод не съели, сегодня было бы все совершенно по-другому. Да, я думаю, что действительно сегодня было бы немножко по-другому. Даже мы видим, что тех людей, которые, ну, действительно верят в Бога, они как-то гораздо
устойчивы психически и физически тоже, понимаете? У них и нету таких стрессов, потому что они знают, кто именно, вот, ну, откуда источники всех этих проблем, страданий, и чем закончится, и кто может нас как бы избавить от этого. Ну вот, может, ты объяснишь вопрос такой, вот говорят, сатана обманул, сатана обманщик, он обманул людей. А в чем обманул-то? Он же ж, какой там обман был? Он сказал, нет, не умрете они не умерли. Ну, дело в том, что, вот видите, он ввел 1/3 часть ангелов. Да. И вот здесь написано, что вот следующее. Он был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог. Ну, хитрость – это тоже синоним чего? Ну, какое-то знание тоже, понимаете, да. Он использовал это знание для того, чтобы как бы обмануть именно Адама и Еву. И поэтому... А Адам и Ева, еще, может быть, они еще, ну, как недавно создан, ну, может быть, это тоже причина, почему он их, ну, как бы, почему он их мог, как бы, вести за собой. Но он действительно мудрый, хитрый и сильный. Ну, от самого начала мы говорили, что он, Бог создал его действительно совершенным. Да, и вот эта хитрость, да, она, наверное, проявилась в том, что, ну, по сути, это Адам и Ева сейчас умерли. Да, вот время прошло. Да. Только вот, наверное, вот это все коварство его еще заключается в том, что за грех не сразу приходит возмездие, да? Вот немножко еще время не дает, а потом уже ты связь теряешь, что это причина там того или другого действия. Слушай, скажи вот, давай ближе к нам, да, тогда уже к практике поговорим. Mm-hmm. Mm-hmm. Часто приходится слышать, что... Ну, такую гипотезу, да, такой взгляд, такую теорию о том, что сатана, Люцифер, дьявол, все тот же, он как бы правая рука Бога по, ну, так называемой грязной работе. То есть, когда Богу нужно проявить свой характер, тогда выступает Христос, ангелы, Дух Святой, и вот эта команда работает. Когда Богу нужно проявить другое, наказать там или что-то сделать, тогда идет сатана, идут демоны, и как бы хорошую, добрую работу делают одни, а плохую работу делают другие. Но за всем этим стоит Бог. Вот что бы ты сказал таким людям? Ну, я как человек верующий, ну, во-первых, много нам непонятно в жизни, да, это однозначно. Вот. Я когда смотрю вот историю одного человека, это библейский, это Иова, и вот как раз именно здесь происходит борьба, да. Это был человек, который действительно, он был, ну, верующим, можно так сказать, и сделали все возможное, чтобы быть, ну, хорошим перед обществом, ну, естественно, перед Богом. Как-то случилось так, что он потерял все то, что он имел. До этого ему непонятно, что произошло. Оказалось, мы сейчас, когда читаем эту историю, и нам понятно, что это действительно борьба в том, что дьявола заявляет, в том, что все люди, которые здесь, это его, да, а Бог говорит, что там есть люди, которые меня служат, да, там есть Бог, который, ну, люди, которые, ну, соблюдают мои заповеди, он говорит. И вот и вокруг вот это все это происходит. То есть у нас только борьба между Богом и сатаной. Но, естественно, это борьба. Они, ну, как бы борьба происходит. Естественно, они, ну, здесь, на земле, ну, в данный момент, да. Не потому что, как бы, только Бог, ну, да, руководит здесь, ну, Бог руководит, но кто-то мешает, вот это как бы зло и сатана. Естественно, здесь это поле битвы наша планета, можно так сказать. Слушай, ну, а может быть, борьбы-то никакой нет?
Может быть, Бог дает команды сатане, а сатана действует вот так вот, а Бог делает вид, что он с ним борется, и что вот противостояние произойдет. Понимаешь, многие религии мировые, там взять восточные взгляды, да, другие, они-то и говорят, что инь и янь, темное и светлое, противовес должен быть, ну, должен быть баланс между злом и добром. Как бы если зла не будет, никто не оценит добро. Добро видно только если есть зло. Соответственно, добру выгодно, чтобы было зло. Может быть, борьбы никакой нет. Может быть, сатана подчиненный у Бога, и Бог ему говорит, вот сейчас пойди болезни пронеси, пойди там то сделай, а потом я приду и всех вылечу. Угу. Ну, если бы и так оно на самом деле, бы мы, когда читаем Библию, например, сам Сын Божий здесь тоже, он пострадал. То есть Голгофа как раз и является доказательством, что это не так. Это не так, потому что представь такую картину, что я читаю Иоанна 3,16, да, Бог послал его, чтобы все верующие имели жизнь вечную. Но, естественно, когда мы смотрим, еще мы читаем тоже о том, что вот Сын мой, да, возлюбленный. Mm-hmm. Это значит, Иисус Христос – это действительно Сын Бога Живого, и Он сам являлся и является Богом, и Он умер на кресте. Да, сам Бог как бы отдал свою пострадал жизнь. Пострадал. Поэтому здесь просто нельзя сказать, что они вместе или как-то какие-то манипуляции. Это действительно борьба, которые происходят в жизни человека и, ну, естественно, нашу планету и все Вселенную. Да. Хорошо, спасибо. Скажи тогда, вот еще, часто приходится сталкиваться с таким моментом. Говоришь кому-нибудь о Боге, рассказываешь, говоришь, что Бог есть любовь, добро, Бог вот такой вот, а человек говорит, а где был твой Бог, когда, ну, и у кого-то там свое, когда умирали мои близкие, когда произошло вот это или вот это событие. Если Бог такой любящий, почему Он допускает в моей жизни вот такие вещи? Угу. Вот что сказать? Да, дело в том, что это действительно печально. Я много раз побыли тоже на похорону, похоронили людей и провели, ну, служение, ну, похоронное служение. Единственное, как бы, утешение для людей, ну, которые и людям я говорил о том, что Бог везде сущий, везде знающий. Мы не знаем именно судьба человека перед смертью. Мы не знаем вот именно вот, ну, все то, что происходит с человеком, но только одного мы знаем, что все то, что происходит именно в жизни человека, Бог знает. И когда я верю в Него, я, ну, доверяю Ему, да, доверяю Слову Божьему. Естественно, только, ну, надеяться именно на Бога. Конечно, естественно, много непонятно, я уже сказал, и в жизни, ну, наши, да, вот эти разные страдания. Поэтому есть вопрос, который, ну, оно может быть, в данный момент у меня нет ответа, да, вот почему такая, почему так. Но только я знаю, что есть источники страдания, эти болезни, это сатана. То есть мы сейчас всего не понимаем, но доверять нам больше некому. Доверять только Богу и Слову. Да, только так. Да, да. А Слово Божие нам открывает о том, что то, что в могиле, или то, что это еще не конец, потому что Он воскрес, Иисус Христос воскрес, и Он придет за Своих детей. Скажи, вот зло, оно будет же уничтожено? Ну, хочется уже сейчас. Да, это был следующий момент, когда. То есть мы знаем, что оно будет уничтожено, да, это факт. Когда? Когда это все закончится? Когда мы перестанем плакать и страдать? Когда это будет? Ну, дело в том, что, вот видите, сейчас еще много людей еще не знает, что кто источник вот этих всех этих бед. Да, но придет такое время, что это беззаконие, оно переполнено, да, и тогда уже Господь уже, ну, придет, и второе пришествие Иисуса Христа, но после этого уже это болезни или страдания не будет. Вот надо дождаться Христа. Да, надо дождаться, и по признакам мы уже, наверное, услышим или уже услышали,
что уже он скоро, скоро. Только единственный, кто может решать, это только Господь. Ну и главный вопрос в завершении нашей программы. Как вот сегодня защититься от сатаны? Как его побеждать? Да. Ну, нужно понять, что мы на поле битвы. На поле битвы. Здесь пули летают. Ну, естественно, мы иногда эти пули где-то в ноги или в головы. Mm-hmm. Да. Единственная защита, которую мы имеем, это когда мы приходим ко Христу. Христос нам обещал, вы не будете один, одни. Я буду с вами, Он говорил. Даже представь такую картину, что Он сам шел на Голгофе и там умер. Хотя Он мог не умереть, но Он шел туда ради каждого из нас. И потом Он воскрес. И потом до этого Он обещал, что я приду, заберу вас к себе. Вот задача, которую человек должен ставить перед собой, что это жизнь сейчас это временная. И я бы призываю, чтобы люди действительно обратились именно к Господу, молиться, читать Библию, чтобы узнавать, кто действительно источник и когда закончит все это, то, что страдания и зла вот здесь, на нашей планете. А только Бог может нас защитить от этого. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, как и прежде, решение принимать только вам. Мы очень благодарны, что вы провели эти полчаса вместе с нами. Благодарны вам за ваши комментарии и отзывы. Благодарны за репосты и лайки. Если у вас есть молитвенные нужды, пожалуйста, не стесняйтесь о них писать. Мы всей командой будем молиться о вас. Ну и напомню, что авторы самых интересных вопросов смогут получить некоторые подарочки от наших гостей. Мы с вами встретимся. Обязательно встретимся в следующий раз. А на сегодня все. До свидания. До свидания.